Состояние девочки на сегодняшний момент стабилизировалось, но остается достаточно тяжелым. Сейчас ей предстоит длительный период реабилитации и восстановления после перенесенной клинической смерти. У девочки отменена медикаментозная седация. Она еще находится на искусственной вентиляции легких. Сейчас мы ожидаем период восстановления в течение 3-4 дней и последующая реабилитация в течение нескольких недель, может быть. Прогноз для жизни у девочки достаточно благоприятный, но неврологический прогноз мы дать не можем, потому как мы не можем еще на сегодняшний момент определить степень неврологического дефицита, который она получила вследствие перенесенного состояния.